Я не уверен, что до конца это понимаю. Сейчас я тебе объясню в механических понятиях. Я хочу, чтобы ты понял, что то, что ты делаешь сейчас, это просто вспоминание всего, что ты есть. И выбор части того, что ты предпочитаешь испытать в этот момент, в этой жизни, на этой планете, в этой физической форме. Бог мой, у тебя все это звучит так просто. Это и есть просто. Ты отделяешь свое «я» от тела Бога, от всего, от сообщества, и ты становишься членом этого тела опять. Это процесс, называемый вспоминанием, становлением членом заново. Когда ты опять становишься членом, ты опять даешь своему «я» все ощущения того, кто ты есть. Это цикл. Вы делаете это снова и снова и называете это эволюцией, то есть развертыванием. Вы говорите, что вы эволюционируете, разворачиваетесь. На самом деле вы идете по кругу. Подобно тому, как Земля вращается вокруг Солнца, как галактика вращается вокруг своего центра, все идет по кругу. Движение по кругу – основное движение всей жизни. Жизнь всегда идет по кругу. Именно это она делает. Вы находитесь в настоящем вращательном движении. Как ты это делаешь? Как тебе удается находить слова, которые все делают таким ясным? Это ты делаешь это ясным. Ты делаешь это, очищая свое принимающее устройство. Ты отключаешься от атмосферных помех. Ты входишь в новую готовность к знаниям. Эта новая готовность изменяет все для тебя и для твоего вида, поскольку в своей новой готовности ты становишься настоящим революционером. А на вашей планете как раз начинается величайшая духовная революция. Лучше бы оно поторопилось. Нам нужна новая духовность сейчас. Мы создаем вокруг невероятные бедствия. Это происходит потому, что хотя все существа уже прошли через все противоположные переживания, некоторые не знают этого. Они забыли и еще не могут полностью вспомнить. С высокоразвитыми существами этого не происходит. Для них не обязательно видеть негативность непосредственно перед собой в собственном мире, чтобы знать, насколько позитивной является их цивилизация. Они позитивно осознают, кто они есть, не создавая негативности, чтобы это доказать. Высокоразвитые существа просто отмечают, кто они не есть, наблюдая за этим повсюду в контекстуальном поле. Ваша собственная планета и является по существу планетой, на которую высокоразвитые существа смотрят, когда хотят увидеть поле, которое можно использовать для противопоставления. Это служит им напоминанием о том, как это было, когда они испытывали то, что сейчас испытываете вы. И таким образом они имеют постоянную систему отчета, которая помогает им знать и понимать, что они сейчас испытывают. Теперь ты понимаешь, почему высокоразвитые существа не нуждаются в зле или негативности в своем обществе. Да, но тогда почему мы нуждаемся в нем в нашем? Вы не нуждаетесь.
это то, что я говорю тебе на протяжении всего этого диалога. Вы вынуждены жить в рамках контекстуального поля, в котором существует то, кем вы не есть, чтобы испытать то, кто вы есть. Это универсальный закон, и вам его не избежать. Так что вы живете в таком поле прямо сейчас. Вам не нужно создавать его. Контекстуальное поле, в котором вы живете, называется Вселенной. Вам не нужно создавать контекстуальное поле поменьше у себя на приусадебном участке. Это означает, что вы можете изменить жизнь на своей планете прямо сейчас и исключить все, что не есть вы, никоим образом не ставя под угрозу свою способность знать и испытывать то, кто вы есть. Здорово! Это величайшее откровение во всей книге. Вот способ положить этому конец. Итак, я не должен продолжать вызывать к жизни противоположное, чтобы создать и испытать следующую грандиознейшую версию самого прекрасного из всех своих представлений о том, кто я есть. Правильно. Это то, что я пытаюсь втолковать тебе с самого начала. Но ты не объяснял подобным образом. Ты не понял бы этого раньше. Ты не должен создавать противоположное тому, кто ты есть и что ты выбираешь, чтобы испытать это. Тебе нужно только наблюдать то, что уже создано повсюду. Тебе нужно только помнить, что это существует. Это и есть познание плода древа добра и зла, что, как я уже объяснял тебе, не проклятие, не первородный грех, а то, что Мэтью Фоке назвал первородным благословением. И все, что ты должен сделать, чтобы вспомнить, что это существует, вспомнить, что ты испытывал все это прежде, все, что существует в физической форме, это поднять глаза. Ты имеешь в виду заглянуть внутрь? Нет, я имею в виду именно то, что я сказал. Поднять глаза, посмотреть на звезды, посмотреть на небо, наблюдать контекстуальное поле. Я уже говорил тебе раньше, что все, что вам нужно сделать, чтобы стать высокоразвитыми существами, это повысить свое умение наблюдать. Смотреть, что есть, а затем делать то, что работает.